Только с 15 января по 15 февраля совершай покупки на сумму от 500 рублей в аптеках «Фармакопейка» и становись участником розыгрыша сертификата на путешествие мечты. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Фармакопейка». Лекарства по доступным ценам. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В пятницу юг Тюменской области вновь окажется под влиянием солнечного, но аномально морозного антициклона. Снег, если и пройдет, то небольшой. Так, 10 февраля в Тобольске облачно и без осадков. В ночные часы -32, днем 26 градусов ниже 0. Выше переменной облачной снег не прогнозируют. Под утро температура воздуха составит -30. После полудня 27 градусов со знаком минус. В Заводоуковске выглянет солнце, осадки маловероятны. Ночью ожидается 32 градуса мороза. А днем столбики термометров покажут -24. В Ёлотровске схожая погодная ситуация. После полуночи до -32 градусов. Дневные часы -25. В Тюмени солнечно и без осадков. Ночью прогнозируют -30 градусов. Дневная температура составит -23. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.